Привет. Привет. Как делишки? Знаешь, сидишь? Да, песни всякие. Наяриваю. Прикольно. Чё любите? Мы вот чай пьем. Мы все любим. Абсолютно. Назови любимых артистов или исполнителей. Тяжело. Я меломан. Я запоминаю Не по артистам. не по исполнителям, а так, типа, просто мне нравится и все. Вау. Ну, блин, не знаю, что тебе может понравиться. Точнее, вам. Вас там много? Нас двое. Ну, вот эту песню очень нравится девчонкам. Не знаю, сейчас попробую. Это. Она любила розы, но розы на морозе не прижились. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог простить. Прикольно, это красиво было. Спасибо. Меня прикольнула кружка подружки. Это не сам. Хочешь? Не, сейчас никогда другую кружку. Сейчас, короче, она в раковине стоит. В общем, у нас у девочки недавно было день рождения, и, Ага. ну, короче, был локальный мем, и мы ей подарили вот какую кружку. Да хлебу. Вот. Ага, четко. Прикол, вообще. Вообще Поэтому молодцы. она лучше, чем вот эта. Эту подарили нашей соседке, которая от нас съехала, а кружка осталась. Да. Вы что, общажные, что ли? Нет. Нет, мы на квартире живем. Снимаете, да? Да. На кого учитесь? В педагогическом. Начальные классы? Да. Здорово. Ну, не знаю. А вы же в колледже, да? Вам же чуть-чуть лет. Нет. 17? 20. Ну да, хорошо сохранились. Да, будем всегда молодыми. С меня пример берете, просто молодцы. А тебе сколько? Много. Я поэтому и говорю, что тоже хорошо сохранился. Ай. Сейчас угадаю. 27 где-нибудь. Как ты с первой попытки попал? Никто не попадает. Да? Но ты просто сказал, что хорошо сохранился, Но. значит точно не 24. Но обычно 20 говорят. Типа. Не, 20 мало. Ну да, ты вообще метка, конечно. Мячик тоже так метко кидаешь, и дартсы, да? Нет, нет, с мячиком тяжелее. Привет. Привет. С кем играешь? Ни с кем, просто тренируюсь фокус какие-нибудь показывать. О, что-нибудь сможешь показать? Ну давай попробуем. Да ёшкин, матрёшкин. Уже рука устала их раскручивать веером. Ага. Выбери какую-нибудь карту вот отсюда и скажи, какая она по счету. Просто какая по счету. Да. Так, то там не все влезает, конечно. Давай 4. Четвертое. Раз, два, три, четыре. Вот это? Да. Запомнил, какая мазь тут? Да. Смотри. Раз, два, три. И четвертую мы куда-то, ну, произвольно убираем. Ага. Это твоя карта. Вау, ты что, величайший из фокусников? Блин, меня еще никто так не облапошивал. Да? Да. Все, я должен тебе что-нибудь спеть Да я взамен. еще могу фокус показать еще один. А, ну ты готовься, а я тебе спою. Ну давай. А какая твоя любимая песня? Или артист, певица? Да у меня нет такого. Я Вообще нет? честно, ну честно, я не знаю, музыку я ну так слушаю. Не особо? А как уж среди друзей даже не слушаешь, что ли? А!
Я не знаю, я также с таким же этим купила себе прошки, думала, ну вот, я куплю прошки, у меня появится желание слушать музыку. Они валяются, я их не знаю, что с ними делать. Ну, ты типа из тех, кто тишину любит, да? Ну, не то, что тишину, но с друзьями, да, мне нравится веселиться больше, не знаю. Да? Ну давай тогда просто тебе свою авторскую спою, может тебе понравится. Давай. Так будет лучше, да? Давай. Смотри. Я все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму, куда. И мы разучились влюбляться в поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты, ведь были момент, когда бесконечным казалось лето. Эй, где моя юность, что грела надежды не так много лет? Моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Такая вот песня. Так. Ты что, пыталась за... Арслан. Да? Да. Это Шазам, что ли, был? Да нет. А, ты вбила просто, где моя юность? Да. Блин, здорово. Да, вижу. Да как? Добавляй к себе. Слушай. Да нет, как... вот. Арслан. 2 минуты 37 секунд. Давай в мою музыку. Ура. Все, у меня новый слушатель появился. Да. Ха. А посмотрим, что ты там пишешь. Не влюбляйся, скоро повезет. Белый танец, пока молодой. Аппаратура, время... Зарядка, когда я счастлив, скромная, да. Да. Да, погоди, покажи-ка, что белый танец поднялся в топе. Второй твой фокус, что, будешь показывать? Ну, а как ты, время есть? Ну, немножко, да, покажи и пойду, наверное. Смотри, у нас есть король. У короля 4 дочки. Ага. К ним пришли свататься женихи. Отцу это не понравилось, и он поставил на каждую комнату по 10 замков. Он подумал, что этого мало, и поставил на каждую комнату по страже. Все пошли спать. Спали они всего 4 часа. То есть 4... этих, как их? Ну, короче, 4 перемешивания. Ага. 3. Просто вообще рандомно. В первой комнате у нас все тузы. Ничего себе. Во второй комнате у нас все дамы. Дамы, да. В третьей комнате у нас все вальты. И в четвертой комнате у нас все десятки. Вот это интересно, молодец. Круто. Мне понравилось. Да ты большой молодец. Я обязательно послушаю парочку песен. Оба молодцы, спасибо. А тебе сколько лет? 14. Растешь, растешь. Ладно, пиши, если что, в инсте, если вопросы будут или что там. Хорошо. Пока, пока, рад знакомству, да. Пока. Сыграй мне ПДП. Я подпою. Давай. ПДБ? Что такое? ПДП. О, нет, это как оно? Ой, как оно называется? Давай, нервы, да, нервы. Нервы? Или Папин Олимпос? Давай, что? Папин Олимпос, я тебе подпою. Точно? Да. Ты не упадешь? Не упаду. Ну давай, смотри. Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу.
Настолько вы классный. Спасибо, ты не подпела? А так я не знаю эту песню. Ужасно.